Дорогие жители Чувашской республики, для меня с Чувашей связана не просто значительная, но, не побоюсь этого слова, лучшая часть моей жизни. И хотя я уже не являюсь депутатом Государственной Думы и не имею чести представлять Чувашскую республику, я, конечно же, вместе с вами и мыслями, и чувствами переживаю, когда что-то не получается, но значительно чаще горжусь тем, когда это получается. Я могу вас самым искренним образом поздравить с этим праздником. Вы замечательно работаете, вы на общероссийском уровне выглядите достойно, и на самом деле вы и являетесь той самой настоящей Россией, которую мы знаем, которую мы любим, ну а Федеральное агентство Россотрудничества уполномочено представлять и показывать самых лучших сторон за пределами Российской Федерации. С праздником, мои дорогие, я всегда в вашем распоряжении, и я уверен, что вместе у нас все обязательно получится.